На сцене сумасшедшие трио из Санкт-Петербурга. Иванов, Смирнов, Соболев! Здрасте! Здрасте! Привет! Здрасте! Здрасте! Вам здрасте! Здравствуйте! Привет, привет, привет! Мы придумали один номер. Он как бы необычный. Это будет эксперимент. Полуимпровизация, да? Да, импровизация. Мы хотим, чтобы... На сцену Настя Ивлеева вышла, и мы с ней покажем номер. Настя, мы придумали номер, выходи. В смысле? Настя стесняется, давайте поаплодируем Насте, пусть не стесняется, Настюк. Не, пацаны, давайте сами. Чего? Сами давайте. В смысле, мы номер для тебя. Мы специально его писали под тебя, готовились, серьезно, все заряжено, выходи. Пожалуйста, давайте поддержим Настю. Настя! Что такое-то? Ну, пожалуйста, Настя! Нет. Вот, ну... Ну не пойду, парни, правда, не хочу. Серьезно, ну мы готовим. Что, сложно, что ли? Ну, блин. Ничего не надо делать, вообще ничего не нужно делать. То есть, если я сейчас не выйду, номер не состоится? Ну как, так, ну, блин, не знаем. Про тебя же. Ну, импровизируйте. Прекрасно. Что делать будем? Да пофиг, возьми что-нибудь любой там. Предмет любой, возьми. Дим Сорокин, дай гитару. О, у Люська взял гитару. Все, короче, один в один Настя, да. Раз так поступает с нами. Короче, представим, что это Настя Ивлеева. Вот. Да. Настя, ну. Итак, в ночном клубе. Привет, Настя. Ну что, нет? Я сейчас рада, что я не вышла. Нормальный номер. Давай, пока еще можешь прыгнуть в поезд. Без языка целую, без языка. Эй, я не понял, отошел от моей бабы. Какая твоя баба, алло? Это моя баба, а? Ты кто такой? Я Григорий Егоров. Что? Ты Григорий Егоров? Да я тебя вообще не знаю, пошел в сраку. Ты чё? Я весь вечер её коктейлями поил. Пусть возвращает мне 4 Лонг-Айленда. Чё, она тебе ничего не вернёт? Сейчас я 5 Лонг-Айленд дам, она мне 4 вернёт. Блин, если она тебе 4 коктейля вернёт, она и суп вернёт. А за суп я платил. Не возвращай суп, пожалуйста. Ладно, чё ругаться, давай вдвоём с ней останемся. Давай. Всё равно она спала. Да. Эй, просыпайся. Настя, просыпайся. Алло, Настя. Руку, просыпайся. О, Настюха. Как дела? Какая ты интересная, а? Тихо. Это Эл-Джей. Эл-Джей? Он плохо видит. Главное, не двигайся. А? Он реагирует на движение? Не реагирует. Да. Что он говорит? Да он не говорит. Он поет новую песню «Скриптонита». Главное не двигаться. Я чувствую ваш страх. Чё это? Чё это? Ой, это мой телефон. Выбрасывай нафиг! Это песня Федука! Настя! Я чувствую, ты здесь. Это ты? Ты. Прости меня, я опоздал. Я был на гастролях. Они приставали к тебе? Как я могу загладить вину? Я понял. Все-таки не желаешь поучаствовать.
Хочешь поучаствовать? Я хочу. Не, я не Элджей. Так я не Ивлеева. Так я не Элджей. Так я не Ивлеева. Да ты не Ивлеева, но я не Элджей. Так я... Oh.